На пути следования к Дворцу спорта гостей мероприятия встречали регулировщицы в военной форме, с первых минут создающие праздничное настроение. Далее уже у входа во дворец была установлена инсталляция с использованием военной техники. Здесь же находилась полевая кухня, где гостей угощали вкусной гречневой кашей с чаем. Подкрепившись фронтовым обедом, люди заходили в здание и оказывались участниками театрализованных выставок. Спасибо Ленинскому району, руководителям, что вот они устраивают нам такой праздник, такой памятный, чтобы мы не забыли наших предков. Поражала масштабность этого мероприятия. От разнообразия тематических площадок разбегались глаза. При входе на второй этаж школьники выдавали карточки на хлеб. Точная копия тех, которые были в 1941 году. По ним можно было получить фронтовой хлеб. Солдаты сидели у костра и варили картошку. И, наконец, имитация фрагмента из фильма «17 мгновений весны» завораживала своей красочностью и правдоподобием. Приятно было видеть довольные лица ветеранов, которые, несмотря на свой преклонный возраст, пришли на праздник. Ведь этот праздник был организован именно для них. Люди, которые пережили войну, уже иначе смотрят на жизнь. Они ее не только любят, но и ценят. А чтобы и молодое поколение знало о том, что такое война, и осознавало подвиг ветеранов, в районе проводится много уроков мужества, связанных с военно-патриотическим воспитанием. Дети, особенно к детям я обращаюсь, к молодежи. Я желаю вам, чтобы вы никогда по своей жизни не видели, даже не слышали от того, что вот творил фашизм. Чтобы вы были всегда жизнерадостны, любили своих родных и близких и родную мать, землю, свою родину. Военно-патриотическим воспитанием молодежи активно занимается и один из участников выставки «Клуб Застава». Накануне Дня Победы поисковому отряду клуба во время экспедиции в Новгородскую область удалось обнаружить останки около 30 бойцов, а также были подняты 3 смертных медальона. Один из которых нам удалось прочитать. Установлен этот боец. Звали его Лобанов Иван Андреевич. Он был уроженцем города Молотова. Это нынешняя Пермь. Вот. Без вести пропал он 18 октября 1941 года. Он был на тот момент, ему было 37 лет. Праздничный концерт «Это наша победа» открыл глава Ленинского района Олег Хромов. Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, спасибо вам за победу, за мирное небо, за возможность свободно жить и трудиться, растить детей, думать о будущем и строить планы на будущее. Концерт продолжился выступлениями школьников и районных творческих коллективов. Все было выдержано в военной тематике. Особо зрителей поразило лазерное шоу. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.